Эй, всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля Митра, и я начинаю свой новый творческий влог. На дворе ноябрь месяц, и я, конечно же, готовлюсь к Новому году. У меня по работе куча заданий. Я знаю, что я немножко пропадаю. Влоги выходят не так часто, как мне хотелось бы. Но я стараюсь все же не закидывать творческий процесс, хотя кажется, что я вообще ничем не занимаюсь, потому что ничего не упускаю. Нет, на самом деле это не так. Работа есть, процесс идет, и потихоньку я буду вам их показывать. В общем, влог ноябрьский и, скорее всего, декабрьский начинается вот с таких вот новогодних простых открыточек. Я не могу это назвать стилем CAS, Clean and Simple, потому что все-таки здесь присутствует довольно большое количество элементов. Я бы это назвала такой, знаете, классикой скраббукинга, палочкой-выручалочкой, когда вам нужно сделать быстро и эффектно. Так что влог начинаю я с новогодних открыток. Конечно же, сейчас подробно о них расскажу. Но пока, друзья мои, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и погнали смотреть. Итак, Новый год, новогодние открытки. В этот раз мне по работе прилетело задание сделать маленькие, точнее не маленькие, а сделать такие, знаете, лаконичные открытки-приглашения, точнее это открытки, которые потом задействуют как приглашение для руководящих лиц нашего замечательного города. И, в общем, этими открытками будут приглашать на какие-то мероприятия или просто ими же поздравлять. В общем, моя задача состояла в том, чтобы сделать или образец, или саму, собственно говоря, готовую работу, потому что я все эти открытки отдам, ни одна из них мне не останется, и эти открыточки пойдут по своим уже новым домам, новым местам. В общем, их судьба меня, честно говоря, не сильно интересует, мне нравится то, что получилось. Я рада, что в итоге мне удалось, знаете, так стряхнуть пыль с папок для тиснения. Здесь я, кстати, задействовала одну из своих любимых папок новогодних, это Cuddlebug папка. Вот так вот она выглядит, это папка со снежинками, она очень, в принципе, простая, и ее легко заменить любой другой папкой для тиснения со снежинками, с того же AliExpress или на Wildberries сейчас этого добра хватает, так что, в принципе, я думаю, проблем не будет. Я использовала ту, которая у меня есть, и, в принципе, те элементы, которые я использовала, это абсолютно универсальный состав. Кусочек скраб-бумаги, кусочек тиснения, какая-то ленточка между ними, которая бы это соединяла. У меня здесь новогодняя тема, поэтому я выбрала вот такой вот скотч с таким деликатным глиттером золотистого цвета и элементы, декор. Здесь у меня в основном вырубка. Я вытряхнула из пакета все подарочные вырубки, которые у меня были, и решила, почему бы и нет. Все-таки, ну, вырубка лежит, она не должна лежать. У меня какие-то кусочки оставались. Вот, например, астролист. И надписи классные были мне. Делали, дарили. Я, в общем, вдохновилась и решила, почему бы и нет. Мне очень нравится выбранное цветовое сочетание. Оно получилось и праздничным, и при этом деликатным. Меня как раз и попросили сделать такие, знаете, открытки-пригласительные, чтобы было и в пир, и в мир, и можно было женщине подарить, и мужчине. И вот это золотое, хотела сказать, сочетание белого, бежевого, золота, немножко зелени, немножко коричневого. Знаете, оно такое лесное, но при этом праздничное, учитывая вот эти чудесные золотые элементы. Где-то даже вот серебро проскакивает, но оно тут смотрится вполне себе уместно, учитывая сочетание. Мне очень повезло с бумажкой. Это, насколько я помню, Dovecraft. Ну, в принципе, можно любую взять абсолютно. Я просто покопалась в своих бумажках 15×15 и сооружила то, что у меня получилось. Напомню о том, что все-таки я отталкивалась от тиснения. У тиснения у нас определенный размер, и это размер у этой папки конкретно 10×13 оптимальный. То есть вы получаете картинку, но она чуть больше, конечно, там 10,5, по-моему, на 13,5. Но учитывая, что я ее ровно обрезала, чтобы мне все было классно, замечательно и не резало глаз, я решила, что пусть будет все-таки по ширине 13 сантиметров. Ну а по высоте я уже тут отталкивалась, как хотела.
хотела, делала, что хотела. Мне нравились разные элементы, я бумажками дополняла, сочетала и использовала остатки вырубки. Вот шишки классные, это у нас мимикат. У меня, кстати, есть уже такой нож с оленем, он, по-моему, идет. Спасибо большое Алене. Алена, привет тебе большой. И спасибо еще раз за этот нож, очень классный. Вот, надпись Merry Christmas, насколько я помню, она есть на AliExpress. Она небольшая, здесь где-то сантиметров 6. В общем, небольшая, но очень классная, очень эффектная, особенно на вот таком вот золотом зеркальном картстоке. Так, далее, елки очень крутые. Не помню, чьи елки, но очень эффектно смотрится. У меня, в принципе, хватает своих елок, но я использовала то, что дарили. Тем более, здесь красивые цветовые сочетания получились, поэтому я решила их использовать. Здесь у меня шишка, это фэнтези, у меня такая есть. И вот этот чудесный астролист, это также мой нож, он с AliExpress. Короче, тоже, видите, по остаточкам прошла, и все замечательно получилось. Так, дальше. Здесь у нас, понятно, Агиар надпись, елки, не помню еще производство. Напишите, кто знает, я буду благодарна, потому что, боже, я не все запоминаю, правда. Так, вот это у нас фэнтези веточки, шишка тоже фэнтези, и надпись Агиар. И вот здесь у нас остаточный, да, последний элемент. Это шишки, это у нас ветка фэнтези и вот такой фонарик. Если я не ошибаюсь, он просто с AliExpress. А возможно нет, возможно какой-нибудь Агиард. В общем, вот такая вот подборка открыток у меня получилась. Мне очень, еще раз повторюсь, нравится цветовая гамма. О, солнышко выглядывает, сейчас будет классно. От слова нет совсем. Ну да ладно, в принципе, я все успела сделать. Главное было отснять видео и показать вам, что в итоге вышло. В общем, мне нравится цветовая сочетание. Мне очень нравится, что мне удалось найти вот эти вот деревяшки. Они отлично перекликаются с лесной темой, то есть по смыслу дополняют ее. И снежинки, конечно, тоже очень милые. То есть у нас здесь, получается, идет снежочек, тут какие-то лесные элементы, немножко блестяшек и уют. Вот, вот этот дерево, этот цвет бежевый такой создает именно уютное такое настроение. Вот можно посмотреть, как на солнышке все блестить. Ну и, конечно же, пайеточки. Пайеточки. Без этого никуда. Долго думала, что использовать, но так меня попросили все-таки сделать то, что можно повторить, хотя бы хоть как-то, то я решила добавить максимально простых элементов. Хотя не скажу, что вырубку обычному человеку легко повторить, но, опять же, не обязательно делать такие фигурные элементы, можно вырезать просто вот такие елки треугольные и сделать работу в американском стиле. Однотонная бумажка, цветная бумажка, между ними кусок цветного скотча, две елки, надпись. Надпись, опять же, не обязательно брать вырубку, можно распечатать на принтере надпись, флажок такой и все, и добавить, и пайетки. Все, как бы, работа готова. То есть это такой образец, который более такой техничный, что ли, потому что здесь использовано много различных элементов. Я имею в виду для обычного человека, который не обладает машинкой для вырубки и который не использует все эти чудесные приблуды, которые у нас с вами есть. Вот, так что вполне это все заменяемо, но как образец почему бы и нет, весьма и весьма симпатично смотрится. В общем, вот такая вот шестерка у меня получилась открыточек новогодних, и с них я как раз и начинаю свой творческий влог. Напишите, как вам, делаете ли вы еще такие работы, и вообще, это не Clean Simple, сразу говорю, это все-таки более такой классический скрапбукинг в простом виде, но на самом деле он смотрится очень эффектно. Если вам нужно сделать по-быстрому, вот максимально быстро сделать поздравительную эффектную открытку, это супер классный рецепт. Тиснение, контрастная бумажка, полоска между ними и какой-то небольшой объемный элемент, надпись, блестяшки. Вуаля, все готово и смотрится очень круто. Так что, друзья мои, ловите лайфхак, используйте простые, но эффектные приемы и, конечно же, наслаждайтесь творчеством. Еще включусь. Итак, новое включение для влога, друзья мои. Уже декабрь, поздний декабрь, уже прошло католическое Рождество. И так как близится 31-го, я решила по традиции поздравить своих коллег с Новым годом и заодно поболтать с вами. В общем, у меня здесь будет экспресс-упаковка подарочков к Новому году для моих подружек на работе. И я хотела с вами немножечко поболтать. Я, кстати, заказала на Wildberries вот такой вот наборчик кремиков для рук.
здесь вот такие вот кремики по 30 мл, всякие смузи-кремы, хенд-кремы. В общем, для ручек крема очень даже прикольно, выглядит весьма по-новогоднему. Мне нравится упаковка, не знаю, как пахнут, правда, но в отзывах написали, что очень даже приятненький запах. И стоило все это добро на белорусские деньги, по-моему, рублей 10-12, максимум, короче, ребят, 15. Я считаю, что это очень круто. Вот. Кремики я все упакую, конечно же, а мне вот останется вот такой вот хорошенький зип-пакет, который мы сейчас нафиг убираем, он нам не нужен. Для упаковки я решила использовать, как обычно, вот такую вот бумажку. Это, кстати, очень быстро, очень удобно завернуть в несколько слоев. Тем более у меня здесь очень много накопилось всякого. И я думаю, те, кто обменивается подарочками, вы знаете, что всегда остается какая-то упаковка, праздничная, не праздничная, но она всегда есть. И потом ее просто складируешь слоями, и некуда ее потом девать. Потом, ну вы поняли, заговаривались. Давно не снимала ничего, расслабилась вообще, расслабила булки, как говорится. В общем, у меня сейчас будет упаковка, и я выбрала красный, год дракона. Я люблю красный цвет, у меня прям все празднично красное, и я решила, что да, буду упаковывать. Потом, кроме упаковки, я решила, что использую, вот, скорее всего, вот этот вот чудесный скотч. Это, насколько я помню, подарок. Мне кто-то подарил. Девочки, спасибо. Уже не помню, боже. У меня уже в голове просто дыра насчет всех подарков. И, скорее всего, буду еще использовать вот такие вот стикеры. Кругленькие, которые мы используем для упаковки. У меня тут целая куча разных новогодних и рождественских. Поэтому, ну, как бы, все по теме. Есть вот такие вот забавные. Ну, посмотрим. Хендмейли, я думаю, это все не то. А вот новогодняя тема, я думаю, будет здесь как раз. Короче, да, здесь вот такие у меня остались. И вот такие. И все. А где остальные? Короче, ладно. Я думаю, вот эти нам как раз подойдут, потому что, ну, Крисмас, он и в Африке, наверное, Крисмас. Так, значит, кремики. Наверное, надо рассказать, почему меня долго не было, потому что многие мне уже лички, как говорится, оборвали, вопросы задают, а куда Юлия Александровна, ну или просто Юля, пропала, закончила ли я заниматься скрапом и вообще, что происходит, почему меня нет на канале. Я, кстати, не учла момент, что все будет шелестеть, ну такой, ну, продуманный вариант. В общем, друзья, дело в том, что я решила взять себе творческий отпуск, так как у меня и моего здоровья были коллапсы. Я решила, что, ну, я не хочу болеть, а мое здоровье такое, а нет, давай попробуем. В общем, за все это время, вот начиная с сентября, когда вышел последний влог, когда вышел последний обзор, я успела поболеть раза три, как минимум. Вот. Моя жизнь практически проходит на чемоданах. Я устраивала большую распродажу. У меня были мысли о том, что, возможно, я буду переезжать, возможно, что-то будет в моей жизни кардинально меняться. Но оказалось, что это не так. Что, кстати, странно, но ладно. Как говорится, все, что не происходит, все происходит к лучшему. Короче, многовато для одного кремика, я поняла. А может и нет, а может и да, а может... Ладно, что-то я как-то туплю. Вот что значит давно ничем не заниматься. Просто мозг атрофируется, творчество куда-то улетучивается, и живешь каким-то другим днем. Правда, ребят, я за весь этот период ничего не делала, только по работе какие-то такие небольшие проекты, которые здесь даже не покажешь. Хотя все открытки, все игрушки, которые я делаю, я всегда отдаю, я всегда делюсь этим во влоге, в видео, и потом уже отдаю на работу. Вот. Буду, кстати, использовать еще степлер, потому что надо это все закрепить. Вот. Ну и наклеечки, конечно же. Так что вот. Короче, по принципу адвент-календаря, который я собирала для Алены, я соберу и эти кремики. Короче, упаковка называется «А-ля дешмань». Ну да ладно, короче, никто ничего не понял. Короче, вот так, и надо скотчиком заклеить все это. Боже, я надеюсь, те, кто занимается тщательной упаковкой, сейчас не смотрят и не делают рука-лицо, потому что, ну, как бы, мне нужно быстро, оперативно, времени мало, а мне надо красивенько и празднично, чтобы было.
Вот, так что, ребята, не обессудьте, я делаю это действительно очень-очень быстро. Вот, главное, чтобы это получилось красиво, празднично, ну и так, знаете, с новогодним настроением. Так, родничок, да, родничок не вываливается, почти непонятно, что здесь лежит, ну да ладно, бог с ним, да. И сейчас осталось только наклеечку понабрать. Мне кажется, эти полная фигня. А вот эти ничего такие. Тут как раз крисмасы всякие пооставались. Вот Merry Christmas. Ну, по-моему, зашибись. Хотя, наверное, надо поискать что-то более приятное. Вот Happy Holidays у меня еще есть. Это тут, ну, прикольное. Просто у меня еще есть немножко другие. Но, походу, я их куда-то засунула. В общем, будем использовать такие. Они тоже очень даже хорошо выглядят. Все, упаковка готова. Дешмань. Праздничная дешмань. Короче, такие милые маленькие презентики для коллег. Я еще подумаю, возможно, я добавлю шоколадки, а возможно и нет. Короче, не знаю. Это вопрос не жлобства, а времени, потому что времени реально осталось в обрез. Тут пару дней Новый год. Я нифига ни к чему не готовилась. Я думала о том, что, ну, надо как бы взять себя в руки и вообще хоть что-то поснимать. Потому что, как мне казалось, меня уже вообще все забыли. Думаю, боже мой, там блок, наверное, порос мхом. И я вот такая вот молодец. Сейчас вот буду возвращаться. Ну, я, ребят, правда, вам очень сильно благодарна, потому что подписчики пишут, спрашивают, где я, что я, что со мной происходит. Вот, решила ли я забросить скрабукинг, так что отвечаю всем сразу, нет, я вернусь. Творчество не ушло из моей жизни, все будет хорошо в этом плане. Просто небольшой отпуск, который, ну, скажем так, он и приятный с одной стороны, а с другой стороны, как бы, ну, здоровье расставляет свои планы, свои приоритеты. Вот, и вообще жизнь, она интересная штука и творит всякие интересные штуки насильно порой. Порой не хочется, а, как говорится, надо. Вот, так, вроде нормально. Вроде не страшно. Вот, такие вот дела. Насчет видео. У меня много чего отснято. И, скорее всего, ну, после Нового года сразу же вы уже увидите. Я думаю, этот влог выйдет гораздо позже, нежели какие-то другие видосики, которые я отсняла. Потому что там у меня было уже. Ну, или я просто для меня это будет, а для вас уже, получается, было. Видео о том, как я провела лето, о том, что я делала осенью, о том, какие мне там подарочки дарили. Но вот в этом видео я бы хотела поговорить о том, что я планирую делать. У меня действительно огромное количество планов, но я адекватно воспринимаю то, что, возможно, что-то будет меняться. Допустим, у меня есть уже наработка для второй части видео «Let's Scrap». Это будет видео-мастер-класс. Мы будем делать конверты. Мы – это я, блин, и мои руки. Я надеюсь, все, кто тоже захочет подключиться, тоже будет делать вместе со мной. Я имею в виду, мы будем делать мейл-арт. Это то, что многим нравится, многие сейчас используют. Вот, так что, я думаю, вы будете в теме, вам понравится и тоже войдете в эту колею. Также у меня есть видос, который я запланировала, это «Как умирает скрабукинг», тоже часть 2. У меня там уже сложены в коробочке всякие элементы скрабукинга, там всякие баночки, скляночки, всякие коробочки, наклеечки, которые отжили свое время. Все там полностью они финишировали в своей скраповой жизни. И я решила, что, ну, пора как бы тоже отснять. Я думаю, многие элементы из этого видео будут интересны, потому что, ну, опять же, как я и говорила в первой части видео, кто, кстати, не смотрел, я отправлю вас по ссылке, посмотрите, потому что многие продукты в скрабукинге, они действительно неожиданно для многих людей себя ведут, когда заканчивается их срок годности или когда они решили умереть раньше. Поэтому, кто не видел, обязательно посмотрите. Видео интересное, видео познавательное. Вот, и я видела по количеству просмотров и по отзывам, что многим очень даже понравилось. Это очень даже радует. Вот, так что второй части быть, я ее буду снимать, и это будет, скорее всего, уже февраль. Ну, я потихоньку буду нарабатывать свою видеобазу, потому что, ну, прогуляла я, скажем так, много я прогуляла. Надо возвращаться, надо снова возвращаться в строй.
Надо снова заниматься скрафом, потому что на данный момент вот я листаю ленту Инстаграма и понимаю, что кто-то открывает адвенты, кто-то пилит открытки, кто-то делает альбомы, дневники, новогодние джангбуки, кто-то распаковывает подарочки, кто-то еще что-то делает, а я сижу и такая в носу ковыряю, и мне нормально. Вот, так что я не скажу, что я тут скучаю, мне как бы есть чем заниматься. Очень много чего в жизни поменялось, поэтому активно занимаюсь такими жизненными моментами. Но, тем не менее, я помню про скраб, и повторюсь еще раз, я из скраба не ухожу. Вот видите, тут чуть-чуть какой-то фигней занимаюсь, и уже, как говорится, радостно на душе. Так, сейчас посмотрим, мне кажется, это здоровая. Ой, это даже не здоровая, она немножечко ку-ку, она немножечко рваная. Так, ладно, эту сторону, давайте посмотрим на вот этот кусочек. Кусочек, да, вот этот получше. Тут как раз вот можно отпилить. В общем, как вы уже понимаете, я немножечко решила подгулять, отдохнуть, но при этом все же вернуться в скрапбукинг. Так что я, ребята, ушла не до конца. Что еще будет в этом видео, я не знаю, честно вам скажу. Я думала, это будет видео за ноябрь, за декабрь. Тем более, я делала новогодние открытки первые в этом году, как раз-таки в ноябре. А вот декабрь у меня вообще никакой, я ничего не делала. Вот только упаковываю очень быстро, оперативно подарочки. И все. Возможно, я еще успею сделать открытку или какие-то там коробочки, но это очень сильно под сомнением, потому что времени в обрез, планов много и очень много чего хочется сделать, но не все так легко. Возможно, этот влог ноябрь-декабрь и январь захватит, возможно, часть января, потому что я хочу хоть что-то сделать, чтобы не был такой влог голословный, и вы не видели только мои руки, а что-то еще. Возможно, я лицом еще поснимаю, не знаю, возможно, на меня не зайдет вдохновение, и я выйду к вам лицом, поздравлю с Новым годом, но это не точно, еще тоже не точно, потому что хочется все успеть, опять же, хочется не облажаться, хотя каждый год, вот не знаю, как у всех, но у меня каждый год происходит то, что я думаю, я все успею до Нового года, времени еще дофига, а в результате я ничего не успеваю. А в результате все в последний день, уже как бы 31-е, тут уже буквально тебе дышит в спину, а ты такая, ой, ой, а как бы все это успеть? Ну, то есть, полная фигня, абсолютно. Ну, возможно, я просто не умею распределять свое время, бывают у меня такие косячки, так что, ну, бывает, друзья мои. Так, вот четвертый уже кремик упакован. Мне, кстати, надо ехать очень сильно быстро на работу, а я тут с вами глаголю. Ну, бывает тоже. Как ваши дела? Я уже решила поболтать с вами. Как ваши дела? Как прошел ваш год? Я думаю, многие из вас знают, как прошел мой год и насколько он был дерьмом. В начале, во всяком случае, это было полнейшее фиаско, полнейшее дерьмо. Вот. И первые полгода я как-то пыталась акклиматься и вообще прийти в себя. Что, кстати, я успешно сделала. Так что могу самой себе похлопать, можете за меня порадоваться. Ура! У меня все нормализовалось, конец года хороший. Вот, и все происходит очень даже здорово, на позитивной ноте. Собственно говоря, вот жизнь налаживается, и я... Поэтому я не скраплю. Как-то у меня так произошло импортозамещение, короче, такое. Забавное слово, но по сути так и вышло. Вот, ну что, у нас остался последний, наконец-то, кремик, я могу уходить. В общем, друзья, в новом году будут видео про новые проекты, конечно же, будет. Я продолжу серию видео про свои ножи для вырубки. Посмотрю, что же я там наснимала. Я надеюсь, к моменту выхода этого видео уже будет видео с итогами. Скорее всего, оно будет первое в этом году. И я, наконец-то, долги все раздам, потому что мне ужасно не нравится быть должной. А вовремя все это сделать у меня не получилось. Поэтому будем закрывать долги, будем проводить розыгрыши. Конечно же, будут еще розыгрыши. Я, вы знаете, люблю подарочки, вот наглядно. Люблю дарить подарочки, поэтому занимаюсь вот такой вот волокитой.
Потом по видео, да, продолжу серию видосов про ножи обязательно. Можете, кстати, написать, какие хотите видеть ножи, потому что там уже все сбилось, уже все пошло абы как. И я думаю, то, что было раньше, уже как бы не актуально. Я многие видео подбираю по сезону, а в этот раз так получилось, что никакого сезона, ну все, мы, короче, профукали весь сезон, и как бы те плановые ножи, которые я хотела, они уже не подходят. Поэтому можете написать, что вы хотите по ножам, вот, чтобы я так посмотрела, прикинула и добавила их в плейлист, вот. Ну, а на этом, я думаю, пора заканчивать, как раз вот последний сейчас кремик доделаю, и все. По видео могу сказать, что больше каких-то мастер-классов я не планирую. Хочу сделать Let's Scrap. Он все-таки тоже долгий, прям пипец. Хотя у меня есть перечень видосов, которые я хочу отснять. Допустим, я думала о том, чтобы отснять серию видео для новичков. Вот там лучшие инструменты, какие, ну вот опять же, какие брать инструменты для скрапбукинга, какую бумагу, какой декор лучше всего брать. Ну, это тоже, это очень большой объем работы, и я не знаю, будет ли это кому-то актуально. Потому что многие такие видосики уже есть на просторах интернета, и кто-то отвечал, что это полное фуфло, это не нужно, это уже есть, а кто-то говорил, а давайте сделаем. Так что, в принципе, вопрос такой живой, так что, друзья мои, напишите в комментариях, что вы об этом думаете, нужны ли такие видео, потому что я буду высказывать свое личное мнение, мнение, накопленное за годы в творчестве. И, кстати, да, кстати, я еще осенью хотела... И, кстати, да, я еще осенью хотела провести конфетку, так как у меня был юбилей, скажем так. Ну, это не юбилей, это 10 лет активного скрапбукинга в моей жизни. Ну, вот, скорее всего, эту конфетку я уже проведу в этом году. Так что ждите, будут еще вкусняшки. Ну, а на этом моменте я с вами прощаюсь. Еще, конечно же, включусь. И приятного вам творчества и новых свершений в 2024 году. Hey, снова привет, новое включение для влога, зимнее включение, и у меня тут на столе абсолютнейший срач. В общем, ребята, меня немножко торкнуло, и я решила переработать все кусочки, какие-либо бумажки, и сделать вагон открыток. Не знаю, сколько у меня получится, но как бы вот здесь, буквально вот тут вот, находится целая стопка, которую, вот я сейчас смотрю на нее, понимаю, вот эту фразу Остапа понесло, потому что, ребята, ну, чтобы вы поняли, сколько основ для открыток я уже напилила. Здесь у меня абсолютно разные коллекции, и английские вроде Dovecraft, и графика у меня здесь есть, вот это, насколько я понимаю, графика, а может и не графика, но, по-моему, это графика, причем графика с каким-то, видите, даже фольгированием, хотя нет, это глосси, эффект, фольгирования тут нету, зато хватает всякого барахла. Тут и американские бумажки, и вот это вот Dovecraft, несколько коллекций, вот это вроде Бобанни какая-то, старая коллекция, здесь и американки какие-то непонятные, очень плотненькие, есть вот тут Бобанни, вот они Бобанни, они очень узнаваемые по стилю, они яркие, сочные, такие вроде, знаете, в винтажном немножко стиле, потому что есть где-то штампинг, где-то какие-то надписи, где-то какие-то элементы, но при этом оттенки очень чистые, то есть нету никакой такой мути, помутнения какого-то в цвете, нет, все очень чистое, хотя некоторая бумажка, видите, я сочетала Бобанни и вот какая-то такая бумажка, которая, возможно, и вообще, а может, это тоже Бобанни, господи, я не помню, честно говоря, они просто лежат годами, или гадами уже, я не знаю, как это назвать, но просто я смотрю вот на вот этот объем, здесь какие-то подарочные, какие-то просто огрызки были, я порезала их, подобрала, и вуаля, получились вот такие вот фончики. Какие-то тут бумажки, вот чисто подарочные были, вот знаете, ну мы обмениваемся с девочками подарками, и я понимаю, что есть листики, которые просто тупо лежат, вот типа вот этого листа, который мне был давным-давно подарен, он прикольный, это американский стиль, но, блин, я просто не пользуюсь такими листами часто, их можно запихнуть в Clean and Simple, но это такая большая редкость. Я решила, так, надо все это перескрапить, потому что это не дело. Вот, это, по-моему, тоже у нас Dovecraft, это как раз-таки Бобанни, и тут всяко разно сочетание, главное, чтобы красиво все
вместе смотрелось. Вот это, по-моему, глиц американский. Тонкая очень бумажка, но у меня там несколько листочков оставалось, довольно таких винтажненьких. Вот они. Так, это нет, это не он. Вот, вот они. То есть вот такое вот сочетание, очень приятное, нежное. Вроде и не совсем новогоднее или рождественское, но при этом я это постараюсь обыграть. Вот такие вот еще есть. И сделать симпатично. Так что тут у меня просто немереное количество фонов. Я, естественно, до Нового года не успею это все перескрафить. И, скорее всего, это добро все перейдет уже в посленовогоднее мое помешательство. Но посмотрим. У меня просто была задача перескрафить бумажку, которая у меня валяется, и взять по максимуму из того, что здесь есть. Ну, реально, посмотрите, какое огромное количество фонов. Это же просто жесть. Вот они сейчас все у меня, конечно же, уже распались. Ладно, сейчас соберет Юля. И, в принципе, должно получиться нормально. Ну, чтобы вы понимали, да? То есть, вот объемы. Объемы, как обычно, мы не берем по-скромному. Мы если делаем, то делаем так, чтобы просто руки отвалились и башка ушла в туман в какой-то. Вот. И вот тут я еще подрезаю. То есть, вот у меня еще же не все. Я же еще не набаловалась. Вот у меня еще остались кусочки какие-то с крупных каких-то листов. Ну, вот просто, знаете, вывалила все бумажки, какие-то остатки, что-то оставалось. И уже такое думаю, так, вот это на огрызки пущу, это еще куда-то. Вот это вот тоже красивая старая коллекция Dovecraft. По-моему, она так и называется, Ноэль, Рождество. Вот, и вот какие-то такие бумажки, которые можно просто на вырубку пустить, а что-то еще, возможно, я даже соединю. Хотя уже, наверное, не буду так, ну, полоумничать в плане вот этих вот огрызков. Ну, если бы был какой-то лист, который можно было просочетать, но так как вот осталась вот такая одна бумажка, и что я с ней сделаю? Куда это налеплю? Вот, так что тут вот последнюю сейчас доделаю и буду приступать уже к декору. Вывалила какие-то свои фишки. Я, оказывается, все фишки, которые у меня были, я все их пособирала в наборы, ну, подарочные наборы, и все. Сейчас понимаю, что у меня нет времени штамповать их, зато, ну, как бы фишки нужны. Я такая, ага, будем потрошить, так. Подоставала декор, подоставала вот эту прекраснейшую коллекцию от графики, которой лет, как бы, очень много, на 2011 года, очень красивая винтажная коллекшн. Вот, фоны уже решила не использовать, хотя их тоже можно было порезать, но я такая, ага, нет, стой, стой, Юля, тут же есть очень интересные красивые штучки, вроде вот таких вот миленьких винтажных марочек, каких-то бирочек, которые тоже можно подслоить на фоны и сделать красивые открытки. А я собираюсь делать плоскослой, но объемный плоскослой. То есть я хочу наслоить тут красивых штучек, вдохновившись старенькими Алёниными бумажками. Алена, тебе большой привет. Точнее, вот те открытки, которые ты делала, ты тоже этим занималась, ты перескрапила все свое барахло, и вот многих, я думаю, вдохновила на такое действие. У меня абсолютно нет никакого желания делать что-то объемное, но мне хочется перескрапить вот это добро, и я понимаю, что в этом году эти открытки никому не пойдут, у меня есть что подарить людям, зато вот на будущий год у меня будет, ну вы поняли, да, вот у меня прям будет запас такой, что можно дарить их прям направо и налево, поздравлять кого угодно и вообще. Ну и, конечно же, у меня тут тысячек вагоном достала я. Тут еще, кстати, есть билетики всякие. Вот, может быть, понадобятся какие-то высечки. Вырубку я пока не доставала. Я думаю, вырубкой будет финальный акцент, какая-то надпись. Ну, это не знаю, у нас же для вырубки там какие-то лежат. Тут даже какая-то вырубка уже заготовлена. Это осталось вот с прошлого как раз-таки проекта, с открыток, которые я вам показывала. Шишечки, елочки. А вот здесь есть олень, здесь есть фонарик. Здесь есть надпись одна выжила. Ну и на этом, собственно говоря, как бы все, да. Ну и здесь еще есть чипы. Чипы, звезды, шишки, возможно. Кроме того, есть еще вот тут чипбордик остался, в общем-то, какие-то мелкие подарочки, какая-то мелочевка есть, то, что можно подслоить, и будет объемно. И еще у меня здесь в стороночке лежит как бы пакетик-то с кружевком, и я такая, главное, чтобы меня не унесло, потому что я хочу сделать плоскослой, но уже как бы появляются идейки, и я такая, ага, можно же еще там где-то кружевка, какую-то ниточку, чтобы торчало, добавить, это будет и симпатично, и объемно, интересно. Лишнее тут слово объемно.
этого нельзя делать, потому что я решила, что максимум у меня там будет чуть-чуть объема, потому что, ну, вот фишки, допустим, объемные, и вот буквально чуть-чуть, чтобы что-то вылазило. Хочется мне эти открытки оставить максимально плоскими, это и удобно хранить, и дарить прикольно. В общем, не хочется этих этажей, тем более вы все прекрасно знаете, что делать объемные открытки гораздо дольше, а у меня здесь задача перескрапить всю эту красоту. Вот у меня тут еще буковки на готове от ментая, который мне Аленка дарила, или я покупала. Короче, благодаря Аленке они у меня оказались. Вот, так что у меня тут процесс сейчас будет в полном порядке, да. Возможно, еще какой-то будет фоновый штампинг, возможно, еще что-то. Я не знаю, потому что некоторые фоны вот в таком чистом американском стиле, вот вроде этого, а есть те, которые вот винтажненькие. Вот, допустим, вот этот фон в сочетании получился более винтажным. Не знаю, посмотрим. Посмотрим, будем, как говорится, будем посмотреть, будем творить, будем перерабатывать, господи, что я несу. Будем перерабатывать, использовать по максимуму какие-то высечки. Вот у меня такие вот есть классные тоже высечки от фабрики. Тоже какие-то подарочные, какие-то я сама собирала, какие-то мне кто-то дарил, я покупала. Короче, это, знаете, целая круговерть. Вот. Ну и, конечно же, у меня огромный пласт работы. Да, и, кстати, конечно же, вот во всех этих открытках, я думаю, мало кто уже пользуется, хотя иногда у кого-то я вижу. Я использовала бордюрные дыроколы. Вот здесь мега известная Марта Стюарт, за которой гонялись в прошлом, наверное, все, кому не лень. За этот дырокол могли проломить голову, как говорится, потому что он классный, он красивый, это абсолютная классика. Вот такой вот красивый кружевной бордюрчик. Я помню, я его купила за дохрена денег, поэтому... Ну, в общем, он у меня работает. Причем, кто не знает, дыроколы Марта Стюарт невероятно капризные. Они очень плохо относятся к тонкой бумаге. Они не рубят, и точнее рубят, но с такой, знаете, натяжечкой, плотную бумагу. Ну, вот если у вас больше 200, там уже так скрипеть прям начинает. Поэтому тоже такая, знаете, цацка очень капризная. Но вот у меня дырик такой достался, и он, кстати, очень классный, потому что он складной, то есть он мало места занимает, он такой хобана, и сложился, и все. Очень удобная штучка для хранения. Ну, вот у меня с Марта Стюарт, это единственный дырокол, больше я никаких не хотела. Ну, вот у меня тут еще болтаются вот такие два скрамбериса, тоже ходовые, и вот такой вот EK Success британский, который делает дырочки типа блокнотные. Вот, так что, ну, как-то так. Вот я его единственное здесь вот использовала, потому что он для американского стиля идеально подходит, а все остальное я уже делала дырками. Ну, в конце-то концов, чего они лежат, надо их тоже гонять, надо их использовать, это инструмент, хотя, ну, с некоторыми я бы тоже уже рассталась, все-таки залежала. Лежались они. Хотя вот, вот видите, раз на раз не приходится, хоба, захотелось мне перескрапить тонну бумаги, и вуаля, дырики тоже пригодились. Так что, друзья мои, я в процессе, думаю, я в последний раз включусь в этом зимнем влоге, покажу, что я сделаю. Надеюсь, господи, хоть пару открыток сделаю, потому что я не знаю, у меня много времени на это ушло. Я очень сильно увлеклась. Ну, посмотрим, сколько я перескраплю. Часть покажу в этом влоге, уже закончу его. А уже следующая часть будет в новом 24-м году. Так что до скорого и еще включусь. Итак, последнее включение для влога, для новогоднего, точнее, для зимнего влога, ноябрь-декабрь, и у меня получились среди кучи нарезанных основ, точнее, заготовок для открыток, у меня получились вот такие три открыточки. Я их решила целенаправленно сделать в винтажном стиле. Хотела, честно говоря, сделать основы белые у всех открыток, но потом я примерила то, что сделала здесь, на белую основу, и поняла, что это будет полная фигня, поэтому у меня вот первая такая троица из кучи нарезанных бумаженцы. Это вот такие вот чудесные винтажные открыточки. Так уж получилось, что это одна коллекция бумажек. Это набор от Glitz. Немножко подзабыла, чье производство, по-моему, или Америка, или Англия. Это тонкая бумажка, где-то 100-120 грамм.
Наборчик у меня был небольшой, мы его практически весь порезали. Мы-то я и мои руки, если что. В общем, какие-то бумажки детям там достались. В общем, у меня оставались какие-то бумаженцы, и вот я их решила перескрапить. И так как у меня оставалось по два листочка вот таких, по два таких, здесь у меня получились парные открытки, и вот осталась как раз-таки еще одна пара вот такая из этого же набора, поэтому я решила, почему бы и нет, и поместила ее в эту троицу. То есть вместе, втроем они смотрятся очень даже органично. Честно говоря, когда я нарезала эти открытки, я немножко, знаете, не ожидала, что у меня будут проблемы с основой, потому что я когда делала открытки, я просто склеивала их и все, и отрезала лишнее, если что, у меня было по высоте. Но вообще у меня здесь наслоение за счет дырокола фигурного. Я использовала 3 фигурных дырокола, или даже 4, ну, неважно, их тут видно, только с одной стороны я что-то как-то лишние себе дела сделала, потому что здесь дырокольная часть, которая соединяет две бумажки, две детали, она закрыта красивой композицией, ну да ладно. В общем, когда я это все соединяла, я немножко не ожидала, что у меня получится довольно крупная открытка, потому что здесь получается практически 16 сантиметров, здесь 15,6 на 14,8, 14,7. Короче, довольно крупная такая получается открытка. Ну, можете посмотреть, вот моя рука и открытка, крупный размер довольно-таки. И когда я делала основы, я немножко, знаете, тормознула себя, потому что понимала, что у меня есть формат А3, это акварельная бумажка, рыбачка всем известная. И также, конечно же, крафт-картон. И вот крафт-картон прям тютелька в тютельку сел. То есть я его сложила пополам, и у меня получалась вот как раз вот закрывашка. Только они у меня открываются все вверх, скорее всего, так и будет. Вот, но это идеально, потому что вот она по ширине получается. Вот, это лист крафт-картона, и вот он идет вверх, то есть А3. То есть с одного листа А3 у меня получается две открытки, слава богу. Потому что, когда я первый раз мерила, я поняла, что у меня нифига не влезает. Я перепугалась, потому что это огромный расход бумаги, неправильное распределение, скажем так, размеров. Я думаю, блин, что делать, но в результате все вышло наилучшим образом. Ну, это так, знаете, технические моменты для открыток, которые, кстати, получились очень даже симпатичными. Как я уже говорила, я перескрапила свою бумажку. Здесь американское производство, у меня еще есть графика, в общем, это уже будет для другого влога, я там уже покажу то, что я еще наскрапила. Я надеюсь, я перескраплю и покажу вам все открытки, все бумажки, которые у меня были. А их там на самом деле очень много. Это будет огроменная ступень на следующий год. Короче, друзья мои, что мы здесь делаем? Здесь я использовала вот такие вот вырезушки, рамки. Вообще отличный вариант. Они есть и в распечатках. Я имею в виду в высечках и в вырезушках есть в разных коллекциях. Можно самим наштамповать и также использовать. Потом я использовала тоже отштамповок много. Всякие билетики, карточки. А вот с этими штамповками я баловалась еще в предыдущем влоге. Влог про покупки с Алиэкспресс. Посмотрите обязательно, кто еще не видел. Вот. Также у меня различные высечки, вырезушки. Я миксовала здесь все, что мне нравится. Вот эти крафтовые вырезушки очень-очень классные. Я их делаю сама. Вот здесь у меня целый, блин, пакет. Я тут на всякого надела. Это у меня очень старая коллекция от Scrapberries. И вот это, кстати, тоже Scrapberries. Единственное, что английская версия. Насколько помню, в этих штампингах были еще и русская версия. Штампы 2015 года. Я точно это знаю, потому что там есть штампик Happy New 2015 Year. Year. Вот, и, короче, действительно, старье такое. Ну, короче, куча вот таких вот отштамповок, которые я люблю добавлять в работы. Тем более, когда это винтажный стиль, когда это хоть какой-то налет ретро-винтажа, это все замечательно вместе смотрится. Вот, и, конечно же, сочетается хорошо с многими высечками, карточками и так далее. Здесь я использовала коллекцию от Минтай. Ну, как коллекцию, это вырезушки от Минтай. Мне понравилось, как они здесь смотрятся. Тем более, бумажка диктует свои условия. Нужно было ей соответствовать и, конечно же, чередовать красивые цвета, тона, ну и различные детальки. Кружевка нормально, рванинку очень мне захотелось сюда добавить. Звездочка это тоже Минтай. Вот эта вырезушка орешек, это фабрика декору. Я же говорю, у меня здесь микс получился. Вот это тоже известные буковки Минтай. Целый пакет их у меня, поэтому я решила скрапить. Вот здесь вот на основании тоже бумажки. Это может быть Минтай, могут быть отштамповки, что угодно, что попадается под руку. Моя главная задача была перескрапить бумагу и перескрапить большую
большой объем высечек, вырезушек, в общем, всего того, что у меня лежало. Мне хотелось получить открытки, и мне хотелось, чтобы у меня не лежал материал, который, к сожалению, лежит уже годами, и это, конечно, не круто. Материал не должен залеживаться, он должен использоваться. Ну и, конечно же, когда у вас гора готовых работ, это просто прекрасно, всегда есть что подарить. Домики это также отштамповки, мои любимейшие, это домики с AliExpress, если найдете, хватайте обязательно. Крутые штампы, отлично штампуют, и вообще меня очень-очень радует. Во всех работах зашибись, как говорится. Да, конечно, спинка украшала, вот здесь у меня, спинку украшала, совсем забыла сказать. Вырубку я здесь использовала только в виде рамочек. Сначала думала о том, что буду добавлять еще и чиборд, и пробковые фишки мои любимые, но потом поняла, что мне просто здесь хватает того, что я использую. То есть я хочу перескрабить, я хочу, чтобы это был быстро скраб, а не куча наслоений. Здесь довольно плоская получается открытка. Вот можете посмотреть, что здесь ничего такого нету. То есть я здесь постаралась максимально сделать плоско. Ну, кроме того, тут несколько, буквально один, может быть, два слоя, и то это все очень-очень легко. Я это делала на вспененный скотч, и единственное, что здесь добавляет объем, это кружево, потому что оно имеет текстуру, по-моему, правильно говорить, и имеет свою высоту, поэтому на него уже, конечно, идет наложение, и оно задает определенную высоту. Все, больше я старалась как бы этого не делать, и мне замечательно. Возвращаясь к ножам для вырубки и к самой вырубке. Здесь я использовала в основном везде ножи-рамочки. Здесь у меня эко-пейпер очень знакомый всем, набор кругляшок и вот такая вот прямоугольная рамка. А вот эта рамка тоже отлично сочетается в общей тематике. Это у нас мимикат. На оборотной стороне попадаются всякие вот такие вот штучки. Здесь у меня негатив от рамочки от Александра Ренке. Точнее, у меня аналог с AliExpress, понятное дело. Но тоже отличные штучки вот использовала. Откуда у меня красивая глиттерная бумага, я тоже уже рассказывала. Покупаем в фикс-прайсе самоклейку блестящую, клеим на любой картон, который вам нравится, и вырубаем. Восторг, красота и все в таком духе. Надписи в основном здесь фабрика декору, но порой встречаются какие-то высечки, вырезухи. Но в основном я решила перескрапить еще и фабрику, потому что очень много оставалось карточек, надписи. Вот здесь вот Magic надпись, рамочка, кстати, классная. Это мне Алена дарила. Алена, тебе привет. Вот, ну тоже, вот видите, здесь минтай, штамповки, орешки это фабрика, ну и вот такие вот детальки. И вот, кстати, штамповка крафтовая тоже на фоне есть. Набрызгано это я использую полюбившиеся мне вот такие штуки, марблсы. Это такая золотистая пыльца, которую добавляют в эпоксидку. Она сочетается с водой, но, к сожалению, не смешивается. Я когда брызгаю, потом она высыхает, если пальцем провести, остается блестяшка на пальцах. Но мне все равно, мне очень нравится этот эффект, я его все равно брызгаю, и так как он прям весь-весь не стирается, я все равно использую. У меня три цвета, я брала себе золотой, брала себе серебро и брала себе бронзу. Вот потихоньку их юзаю. В общем, давайте посмотрим открыточки по-быстрому, а то я тут одну болтаю, показываю вам. Пайетки, конечно же, тоже добавлялось. Речь про Новый год, нужны блестяшки. Так, вторая вот такая вот парная, уже с кругляшом, да, надпись Holidays, празднички, каникулы и все такое. Вот салфетка кружевная, прям обалденная. Люблю этот штамп нежной любовью. Он один из лучших из этой коллекции. Но они, правда, не очень раритетные. Это 2014, по-моему, год. Не знаю, каким образом я их урвала. Но если увидите, посмотрите обязательно. Коллекция, по-моему, называется Winter Diary. То есть зимний дневник. Что с моим английским? Короче, друзья мои, смотрим. Отштамповки на фоне. Штампинг я брала. Текстовый, конечно же, для детальности. Мне очень нравится, как это смотрится. Вот здесь тоже коньки минтай, вот эти вот еловые веточки, звездочка тоже, шишечка вот здесь оказалась, вот такой вот орешек тоже, вот еще шишечки, то есть такая вот композиция, все подряд, и домики, конечно, домики, люблю домики, они классные. Так, далее переворачиваем, и на оборотной стороне у нас тоже здесь орешки, домик, и вот рамочка Александра Ренки, маленькая из набора, да, и надпись Dreams, так как у меня здесь использовано много рамок, и
Кому интересно посмотреть, отправлю вас видео по подсказке про ножи-рамки. Очень классные, всеми любимые, у меня довольно внушительная коллекция, так что, кому интересно, приглашаю посмотреть. Конечно, кто еще не видел. Ну и последняя открытка из этой серии. Вот такая вот она яркая получилась. Ну, как вы понимаете, мне она нравится больше всех. Я люблю красный цвет, и для меня это любовная любовь. Очень красивое сочетание получилось. Хотя, по сути, бумажка, ну, в сочетании не такая новогодняя, не рождественская, потому что здесь, по сути, знаете, такие винтажные розочки, кустики такие. Ну, здесь просто горошек. Это может быть какая угодно винтажная открытка там на день рождения, на юбилей, там на что угодно, на любой праздник. Здесь нет какой-то даты особой. Но я решила, что раз уж они идут все в одной коллекции, то почему бы и нет. Здесь, в принципе, такой же набор, какие-то карточки. Вот это, кстати, вырезушки. Это у меня остатки были от графики. От моей древнейшей коллекции графики. Я не помню, как называется, Christmas, по-моему, Emporium, Империя Рождества. И вот там были такие вырезушки с нотами, там целый лист был, он был порезан. Мне остались какие-то огрызки, потому что я убрала у кого-то на распродаже. И вот я его тоже порезала, решила, что, боже, сколько можно уже вязать. Я решила использовать. Бантик, звоночек, пуансетти, это, по-моему, все минтай. Ну, тоже буковки минтай, вырезушки, отштамповки. Вот эти вот отштамповки я делала, звездочка минтай. Надпись здесь «Фабрика декору», как, в принципе, и во всех остальных местах пока что. Вот, ну и рамочка чудесная. От Мимикат, блестит просто прекрасно, вот, мне очень нравится, как красиво смотрится, и кружевка, конечно, добавляет, знаете, такой налет, как будто на открытке лежит снежок, вот эта белая часть, она как будто припыленная немножко получается, но мне нравится этот эффект, мне нравится сочетание, так что я когда делала, балдела. Ну и оборотная сторона, спинка. Здесь то же самое, получается домик, эти вот вырезушки на фоне, какие-то элементы, кружевка, буковки, надпись обязательно. Я решила не использовать надпись такую яркую «handmade» или «ручная работа», хотелось мне поместить какую-то праздничную надпись, а вот в виде отштамповки я уже делала «handmade». Здесь немножко замылилась из-за того, что я брызгала еще сверху. Здесь написано «handmade», конвертик такой новогодний и «home». Кто-то мне дарил эти надписи, мне очень понравилось, я использую вот в качестве отштамповки. Вот здесь получше видно, видите, handmade, конвертик такой. Там, по-моему, рога нарисованы на конверте, но она новогодняя. Поэтому я решила на эти открытки использовать именно этот штамп. Ну, вот такая чашечка с маршмеллоу, это у нас тоже минтай. Вот, в общем, такие вот открыточки получились. Праздничек, тоже фабрика. Ну и вот такие элементы. Мне очень нравится, как золотишко блестит. И на оборотной стороне я тоже здесь разместила даже пайеточки разместила не только спереди блестяшки такие, но еще и на оборотной стороне. Короче, я решила заканчивать этот декабрьский влог вот такими винтажными работами. Решила уже, что все, надо хоть что-то сделать, показать и закончить этот влог, потому что, ну, в конце концов, время-то идет уже, да, и надо творить дальше, надо что-то создавать и перескрапить, конечно же, то, что осталось. Так что вот такая вот финальная часть в этом влоге, друзья мои, праздничная, новогодняя. Я в процессе, я этим наслаждаюсь и, кстати, чего и вам желаю. Скрапить нужно с любовью, с вдохновением, с желанием. Творчество должно приносить удовольствие, поэтому... Пробуем, творим и наслаждаемся процессом. Вот, чего я, кстати, вам желаю в новом году. Ну и на такой позитивной, яркой ноте я решила закончить этот влог. Спасибо, что были со мной на протяжении этого видео. Друзья мои, поддержите меня лайком, подписываемся на канал, конечно же. Ну и я жду вас в комментариях, надеюсь, вы как-то отметитесь, махнете мне ручкой. Кто меня потерял, не теряйте меня, я возвращаю скрапбукинг, все в процессе, вдохновение, как говорится, прет, и все будет чудесно. Вот, так что с наступающими вас праздниками, хотя этот влог уже выйдет, наверное, позже гораздо. В общем, с наступившими вас всех праздниками, легкой вам зимы. Пускай нам пройдет легко, вдохновляюще и вообще по-творчески классно. Вот. Ну и, конечно же, здоровья, счастья и всего-всего самого хорошего. С вами была Юля Митра. Вот. Мое вдохновение. И до скорых встреч, друзья мои. Всем пока-пока!